Всем привет, мои хорошие, с вами Кеймери, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами розовый мукбанг, и я даже не собиралась снимать подобный мукбанг, но я увидела эти пирожные, и я просто растаяла, мне настолько они понравились, как они аппетитно смотрятся. Вот эти два куплены в Овен, вот это вот, где упаковочка, я купила в обычном супермаркете, упаковка выглядела вот так вот. Этот стоил 40 копеек, вот этот почему-то очень дорого стоил, 3 маната, почти 4 маната он стоил. Хотя вот такого же размера, другой формы пирожные стоили 2,50. Почему так дорого стоил, я не поняла. И вот это вот, я, если честно, думала, что это крем. Оказывается, нет, это что-то такое жесткое, и мне прям не терпится это все попробовать. Где моя вилочка? Так, с чего мы начнем? Давайте начнем с вот этого вот тортика, который вам покажу. Вот так вот, это сердечко. Ой. Вот так вот оно выглядит. И что мне понравилось? Я сначала хотела взять другое, и она мне сказала, что то уже давно у нас, поэтому лучше взять это. Ребята, вы просто посмотрите на это. Просто вкуснотища. Это что-то супер такое, знаете, воздушное, приторно-сладкое. Очень вкусно. Я не собиралась вообще снимать сладкий мукбанг. И чисто случайно зашла в Овен. Но просто влюбилась. Ой, да. И давайте немножко поотвечаю на вопросы, которые, как всегда, я спрашиваю у вас в Инстаграме. Я в актуальном оставила опросник, кто хочет, может зайти ко мне в Инстаграм и задать вопросы, которые интересны ему. Это просто лучшее пирожное, которое я когда-либо пробовала. Оно настолько нежное, воздушное. Вот. И тут вопросы. Заставляла ли ты когда-нибудь себя доедать до конца? Нет. У меня есть куча видео, где я не доедаю до конца все, что я принесла. Я не вижу здесь ничего такого. У меня просто очень хороший аппетит. Я очень люблю покушать. И вот некоторые пишут, что айко еда повторяется. Это потому, что я кушаю только то, что я люблю. Я не заставляю себя есть что-то, например, да, чего у меня не было, но, например, я это не люблю. Ой. Зефирки. Тоже очень люблю. Мне интересно, а что здесь? Вот сейчас, например, я уверена, что все это съесть мне просто не удастся. Слишком сладко, если честно. Мне как бы не очень. Это пирожное, это просто нечто.
На витрине еще было два таких пирожных. Нужно быстро сгонять и купить их. Кстати, еще хочу снять АСМР. И даже вот это видео я хотела снимать шепотом. Но потом что-то вначале заговорила. Сейчас думаю, да ладно. Можно с тобой подружиться, меня зовут Мэри. Мэри, тебе огромный привет. Если честно, у меня очень мало времени, которое я могу уделить сейчас на данный момент подругам, потому что, как вы видите, я много работаю, у меня есть и своя работа, есть и YouTube, еще я стараюсь время от времени снимать и для Инстаграма. Так как я очень часто снимаю, у меня не остается времени вообще куда-то идти. Как-то интересно проводить время. Я бы рада со всеми с вами общаться, клянусь. То есть человек не может разделиться. Поэтому я надеюсь на ваше понимание. Господи, сейчас этот стакан сломаю. Вот так вот он выглядит внутри. Вот интересный вопрос, как ты вообще начала снимать мукбанки, как пришла эта идея, и вообще не жалеешь ли ты о том, что связала вообще свою жизнь с этим направлением? Если честно, нет. Потому что, например, краситься, посмотрите, у меня стрелки всю жизнь всегда разные. А кушать я люблю с детства. Мне кажется, это интересно, мне кажется, у меня хорошо получается кушать. Я не жалею, мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Но я просто планирую, чтобы вам не надоела только еда, разбавлять еще все это дело влогами. Но для этого нужно купить новый телефон. Я хочу себе купить iPhone 11. Не Pro Max. Во-первых, чтобы улучшить качество истории, потому что иногда мне пишут, что Айка, что за история, особенно когда накладывается какой-то эффект, вообще качество истории ужасное, хотя телефон у меня не доисторический, но мне кажется, все-таки, наверное, Самсунги немножко подводят, поэтому я думаю, лучше взять iPhone. Вообще, в ближайший, наверное, где-то месяц планирую. Не знаю, как с финансами получится, не получится, потому что в кредит я брать не хочу, я хочу брать наличным. Надеюсь, что все получится. И тогда уже, когда будет телефон,
Я буду больше вам видео снимать и из супермаркетов, и как я готовлюсь к видео, что я делаю, вот прямо в свой день снимать. Например, если вот на Canon снимать, даже как я готовлюсь, например, к видео, пока я буду снимать, как я готовлюсь к видео, на нем уже не останется зарядки, получается, мукбанг останется наполовине. Поэтому как-то так. Честно, я наелась, заставлять себя не буду. Вот эта штука, если честно, мне вообще не понравилась. В общем, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех очень-очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока.